Итак, дорогие друзья, в курсе 9 мы с вами делали пагинацию блога. Вот у нас получилось, у нас просто мало записей, но наша пагинация работает, при этом все посты работают, то есть все нормально. Значит, перейдете на примеры проектов. 6 уроков, очень подробно раскрыли классы пагинатора Django. Я разъяснил, как работать с документацией, дал основные ссылки на документацию, но все писал вручную, специально, чтобы вы видели, откуда я что брал. Обязательно выполните домашнее задание. Домашнее задание будет заключаться в том, чтобы вы в наш пагинатор внесли какие-то свои изменения и сбросили в группу. Ссылка внизу. Ну а теперь для новых. Вы будете видеть немножко по-другому сайт. Для того, чтобы заниматься, уроков около 10 суток уже в школе вообще. У нас есть направление Django, Python, Python OOP, Android, ну много чего. Доступ пожизненный. Получить логин и пароль и занимайтесь. Что непонятно, спрашивайте в группе. Обязательно все получится. Спасибо за доверие. С вами был сайт spb-tut.ru, школа Бовсуновского. Простое, понятное, доступное, самое простое, самое понятное, самое доступное, значит, обучение в сети.